Джэнь Хуа – мастер по изготовлению фарфора из уезда Наньфэн в провинции Цзянси. Он прославился тем, что смог воссоздать легендарную печь Байше, в которой обжигали уникальный белый фарфор во времена династии Сун, около 1000 лет назад. Уже во времена династии Сун фарфор из печи Байше имел высокое качество, это подтверждают исследования. Глина, из которой делали такой фарфор, содержала много алюминия и калия. Изделия обжигали при очень высокой температуре, чтобы они обрели присущую качественному фарфору прозрачность и плотную структуру. За плечами умельца более 10 лет поисков и экспериментов ради того, чтобы вернуть былую славу белому фарфору Байше. Старания увенчались успехом. Се Джэньхуа кирпичик за кирпичиком построил печь Байше. Это прототип древней печи Байше. В ней используется традиционный метод обжига. Фарфор обжигают в печи из чистого кирпича, без какого-либо вспомогательного оборудования. Мы наблюдаем за печным огнем и судим о его температуре невооруженным глазом. За состоянием фарфора мы следим через эти отверстия. Цвет и блеск, а также степень плавления глазури помогают определить температуру внутри печи. Печь Байше входит в пятерку самых известных в провинции Цзянси. Фарфор, созданный в ее пламени, это воплощение китайских традиций и искусства этого региона.